В этом коридоре мы устанавливаем шкаф проемом 3000 миллиметров. Начинаем устанавливать с боковины. Боковину мы приставили к стене и отчеркнули резьмусом к резной стены. Установили боковину и раскрепили монтажные уголки для 6 полок. Раскрепили первую полочку глубиной на 300 миллиметров, потому что шкаф у нас на 400. Боковина стоит по уровню. Полочки подрезаем по стене. Как мы черкнули по кривой стене, так и отрезаем. Установили 6 полочек в первом отсеке. Установили перегородку. Засверлили отверстия для верхних перекладин поперечных. Забурили отверстия под нижние поперечные перекладины, как и наверху. Закрепили вторую полочку для поперечных перекладин с козыречком. И тут козыречек. Вторую перегородку выставляем по уровню и размечаем по стене резьмусом. Установили вторую перегородку. Раскрепили уголки для 6 полок в третьем отсеке. Установили 6 полочек в третьем отсеке. Установили вторую боковину. И вот так вот у нас выглядит вся конструкция шкафа. Установили поперечные перекладины вверху и внизу. Закрепили золотой рельс 3-метровый наверху и внизу. Внизу мы его приклеили на клей для потолочной плитки. Для круглых полочек в стену вернули саморезы. И здесь будет 3 круглые полочки. Вот шкаф купе у нас готов. Проем 3000. Глубина 400 миллиметров. Вот у нас при входе 3 полочки круглых. Здесь деревянные двери. Профиль золота. Здесь полочки. Здесь у нас перекладины. Раз и два. А здесь еще один отсек с полочками.